Вы изначально просто выглядите прямо. Ну, спасибо. Да. О, не кайф. Слушай, а то, что ты чего много эти цвет на Рейкс? Вот ты смотришь на Рейкс. А, нет. А русские женщины вас как мужчины на Рейкс. Вы сейчас заходите на Рейкс? Да, центровая. А это далеко отсюда? Нет. Я мечтал бы этой Татре прокатиться. Я бы этой Татре мечтал прокатиться. И до вокзала хочу тоже обратно. У меня 21 рубль списалось, слышите? Много списалось? 21 рубль. Нижний Новгород. Блин, надо будет... ВТС, авто. Слышите? Мне на билет пишут, что это честно, наверное, мы засняли, как трамвай уехали, приедем в магазин, затариваться водой. Автобус. И по уже обратно на вокзал. Куда и обратно, да? Нет. Только куда? 19:37. Ля ты крыса. А, хочешь прикол? Тут большинство наших товарищей, чем на самой Москве. На, телефончик, у тебя какой разъем? Мы даже толпой обратно и поедем. Давай-ка попробуем. Понятно. Ну, овальника. Ну, Анта, давай. Овальника. А сколько время? Время 18:33. У нас час. Сейчас должны. Я хочу билет купить, слушай. А ты не купил разве? Назад не успел. А что, это будет быстро. Главное, чтобы очередей не было. Давай, сейчас я оценю, тогда ты их себе возьмешь. Я не понимаю, что у меня отделение осталось. Я вот не люблю, когда машины вот прямо на пути заезжают, чтобы они повернули налево. Это везде. Но не в Москве. В Москве тоже. В каких районах? Центр помню точно есть. Сцены я помню точно, что пунктов стоит. Я тогда выключаю телефон. Вот это, кстати, последняя партия московских автобусов. Они несколько больше автобусов, постоянно лучше, чем все, что угодно. Черноголовка, пожалуйста. Сколько это чистоканчик тогда? Ну, стаканчики, я не знаю, где достать. Если что, у меня есть еще... А, нет, уже нет, почти. Пауз. Ой, я к ним все подошел, конечно. Но мне это нужно денег. Но мне жалко денег, да, держи их еще на стоянку. Подкладывай. Эй, нам надо побольше денег, на ночь. Хотя, в принципе, можно и попроситься, но я никогда ни разу в жизни не видел. Раньше у меня 500 или 50 надо брать. Это если можно. Почему-то мне так харьку напоминает, почему-то. Завтра как скрипит. Дверь дергается. Это как силу. Промошен. Врезание. Силу так не прыгает. Она прям скачет. Врезание уже, кстати, поживете. Отмирал. Уже вышли. Я знаю, просто. Надо будет. А я люблю поздно все рассказывать, да. Надо будет сгонять потом в следующем смотре. Куда? Да мы знаем, куда еще. Я вообще планирую. Я вообще улетаю на следующей неделе. Я вас не знаю, но я вообще в конце выходного сентября планирую в Кострому поехать. А я ой, там делать нечего, там только там очень Кострому.
какой троллейбус же убирает? Умирает. Там одни торцевые, как в Тамбове. Нет, в Тамбове хотя бы Оптима есть. Но там и московская Оптима есть. Ребят, вы сейчас выходите? Да, да, на центральном. Третья дверь, просто мне бабушка вынесла. Вторая дверь рабочая. Что? Вторая дверь рабочая, третья бабушка вынесла. Бабушка? Бабушка? Сильно. Ух ты! А у вас сильные бабушки? Бабушка-мутант. Бабушка! Кстати, вот машины опять на... Видите, машины опять на пути. Конечно, классика уже. Вот они бесят больше всех. Ну, это Россия. Правильно, на поздно и разложит, тараните все. Ну, в Москве, кстати, такого нет. Здесь прикол. Какой? В Калининграде есть маршрут 30. А, улица Аксакова, какая-то залупа. Он проходит через стадион. Там додумались нарисовать анимированный мячик. То есть он двигается вниз. И он занимает часть МУ. Ну и чувак, название, конечно, и нет. Сейчас пол. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо. Придем. Придем обязательно.